В Магадане служба ГЛУДА ведет работы по монтажу остановочного павильона «Технологический колледж» на улице Пролетарской. На бетонное основание специалисты уже установили каркас и приступили к закреплению павильона. Застеклят, оборудуют лавкой и урной остановку в течение рабочей смены. В прошлом году в Магадан привезли 10 автобусных павильонов, из них осталось установить еще 4. Хочу сказать, что, в принципе, нам удалось за эти годы сберечь эти стеклянные красивые автобусные остановки. Ну а там, где там портят, мы быстро все вытираем. Видите, везде все проклеено, штрафы предусмотрены. Сейчас, кстати говоря, у нас тут появилась новая реклама, там какие-то опять новые шубы там проклеивают по городу Магадану. Уже составили все необходимую документацию. Человек еще и представитель другого государства, поэтому после того, как он получит административное наказание, он будет депортирован по территории России. Российской Федерации с территории города Магадана. Поэтому ничего расклеивать в городе нельзя. Ранее специалисты комитета по работе с хозяйствующими субъектами муниципалитета провели рейд по обследованию остановочных пунктов городской и пригородной маршрутной сети Магадана. По итогам составлен перечень остановок, на которых необходима установка или замена павильона. С 2021 по 2025 год их планируется приобрести и установить 18 единиц. Новые павильоны приобретены за счет средств городского бюджета в рамках реализации целевой программы совершенствования транспортного обслуживания населения.